Ребят, всем привет! Это канал «Такая разная Кения». С вами Андрей. Как всегда, показываю вам эту страну. Сегодня я вместе с Дорис, с гостями, с подписчиками нашего канала. Мы направляемся в Диани. Это такой курорт в 60 километрах на юг от Антвапа. В общем, у нас такие небольшие каникулы. Мы выдвигаемся. Владимир, иди. Стань рядышком. Поближе, не стесняйся. Один паром догнали, который раньше был. Вниз, Владимир. Там позади. Позади наши девочки. А впереди мальчики, да. Впереди мальчики, позади девочки. Да.